9 фактов молодости Земли, первая часть. Говорят, в учебниках написано, что красные звезды на протяжении миллионов лет превращаются в белых карликов. Но это неправда. Вот есть Сириус, это красная звезда, и сегодня это уже белый карлик. А прошло всего 2000 лет. Вот это настоящая наука, зафиксированная фактом. То есть никаких миллионов лет нету. Второе. Также кольца Сатурна, они нестабильные. Вот они стоят, смотрят в космос и видят, что кольца Сатурна нашей Солнечной системе нестабильные и сильно отделяются от планеты. И она так быстро теряет кольца. Очевидно, что им всего несколько тысяч. Иначе, если бы это были миллионы или миллиарды, как они говорят, никаких колец бы не было возле Сатурна, само собой. Третье. Точно так же Луна отделяется от Земли всего на несколько сантиметров в год и не за что беспокоиться. Но если Луна отделяется, значит она раньше была ближе. То есть, если Луна приближается к Земле, то будут приливы огромные. А если она слишком близко к Земле, как они говорят, там миллиарды лет, то приливы бы уничтожили Землю дважды на день. То есть цунами не прекращалось бы на Земле. Четвертое. Вот это научный факт. Люди хотели всегда посчитать, сколько же там пыли на Луне, и каждые 10 тысяч лет оседает 2 сантиметра пыли на поверхность Луны. Соответственно, теория эволюции миллиардов лет посчитали, что там около 4 метров пыли. Для этого был оснащен корабль специально, чтобы сесть на таких лыжах в этой пыли не утонуть. Но когда они отпустились на Луну, сколько там было пыли, об этом говорят верующие.